Прошли республиканские соревнования по мини-футболу. Среди девушек в групповом зачете соревновались 12 команд. Честь области защищала команда средней школы «Янбек». Какое место заняли наши соотечественницы в соревнованиях, смотрите в материале. Соревнования были приурочены к 30-летию независимости страны. Развитие массового спорта получило поддержку прежде всего среди молодежи. Одно из подтверждений – команда средней школы «Янбек». По словам тренера, это не первая их крупная победа. И впереди у них в планах покорить мировую арену. В районных соревнованиях, которые прошли среди девушек, такого же возраста еще одна наша команда заняла первое место. Скоро выйдем в областной тур. В планах попасть на республиканский этап. Соревнования были тяжелыми, соперники из других областей были довольно сильными. Среди возрастной категории были самыми младшими школьники 5-6 классов. По итогам соревнований второе место заняла команда средней школы «Янбек». Конкурс проходил среди учащихся 5-6 классов. Капитан команды отметил, что соревнования были непростыми. Победители были награждены ценными призами и дипломами. Играли так, как в школе. Отстаивали честь нашей средней школы. Мы старались, но заняли второе место. Мы не расстраиваемся. Надеемся, что в следующем году займем первое место. Сегодняшняя игра прошла очень интересно. Не могу сказать, что игра в Шымкенте прошла легко, но мы должны были выиграть, так как поставили перед собой цель. Мы, играя в команде, чувствовали общий командный дух и так заняли свое второе место. Стоит отметить, что юные девушки добиваются больших успехов в данном виде спорта. Будучи подростками, они уже сейчас отстаивают честь своего края и ставят перед собой четкие планы на будущее. Валихан Талгатов, Асимжан Жузбаева, Канат Бакытулы, Жамбыл Ньюс.